Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаю гамуська тачки 2. Что ж, у нас тут третий заезд из четвертого уровня допуска. Я не ожидала, что будет так интересно. Да, ну пожалуй, я вернусь к истокам. Там нет конца. Все-таки Молнии Маккуином играть куда интереснее. Да и как-то управление на нем, я бы сказал, более человечное. Более мягкое такое. Как любезно. Ты бросил вызов Франческо в его родном городе. Все мои знакомые увидят мой триумф и твой позор. Если, конечно, победа не достанется тебе. О, как это смешно. Франческо, ты так остроумен. Другим такой абсурд и в голову не пришел бы. Такой самовлюбленный, прям капец. У чувака раздутое эго. Ну ладно, дадим ему прикурить. Давай, давай, давай. Эх, чуть-чуть не хватило. Вау. Хитрые парни решили сэкономить путь. Молодцы, молодцы. Возьму на заметку эту хитрость. Получается старая добрая трасса, только в другом порядке. Понятно. Ай-яй-яй. Поехали. Ускоряшки. Ускоряшеньки. Прибавим обороты. Эх, не собрал. А ну стой! Опасно, если честно, собирать эту штуку там. Чао. Оба. А, отлично. Кто там в отрыв уходит? Полный. Экс. Отлично. Эй, потише. Что творишь, хулиган? Виноват. Эй. Вот это я классно его подрезал в воду. Вообще супер. Я думаю, ему понравилось. Текс. Погнали. Черт, для супер-пупер ускорения чуть-чуть не хватило, да? Ну ладно. Кстати, серьезные соперники, чисто в плане скорости, добротно идут. Было бы глупо это отрицать. Сокращение, если честно, вообще нифига не сокращение. Это пустынное по песку, вообще колеса практически не едут. Все-таки они не предназначены для этого. Хекс, поехали. На ускоряшках. Вот тебе, господи, Франческо рядом едет. На тебе. Я надеюсь, тебе понравилось. Тик, оба. Оп. Давай, давай, отлично! Турбо! Согласен, чувак, турбо. На тебе. Привет, пока. Такс. Так, 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 так. Держи, держись, держись, чувак. Вау. Блин. Экс. Аккуратненько, здесь снежная, аккуратно. Согласен, надо ускориться. Никаких сомнений в этом нет. Так. Отлично. Первое место всего одно. Согласен, первое место всего одно, и заберу его именно я. Эй-эй. Ништяк. Так, ребят, следующая гоночка. Далее. Посмотрим. Блин, опять выживание, да ёшки-матрёшки. Серьезная заявочка. Ну ладно. Включение щита. Чтобы выдержать атаку профессора Цундапа, следите за энергией щита.
такое счастье. Увеличение энергии щита. Максимальная защита. Ага. Она максимально до тех пор, пока я на третий круг не пойду. Спутниковый лазер. Держи. Кстати, вот это хорошее оружие. Спутниковый лазер. Икс. Пускай я батарейки не собрал, но... Зато я тебя смогу подбить. Напрямой. Игрушка. Увеличение энергии щита. Ох уж эта игрушка. Икс. Есть эффект. Заберем немножечко твоих аккумуляторов, чувачок. Не может быть. Них тво, бля. Не может быть. Как тебе удается? Я тренировался. Вот почему. Увеличение энергии щита. Бабах! Есть эффект. Научился ездить и думаешь, все дозволено. Возможно. Как тебе мое чудо-оружие? Икс. Что же ты так настроили? Что? Нечестно! Как ты смеешь? Ути-пути. Ути путеньки. Кто-то чем-то недоволен. Так, вот сейчас же я оружие не взял, и ничего, и не расклеился, не сахарный. Тихо-тихо. Про игрушки он тут рассказывает мне. Страсти-мордасти. Ага, промахнулся. Внимание! Энергия щита на исходе. Я в курсе. Я в курсе. Все хорошо. Еще пока живы. Мы еще живы. Увеличение энергии щита. Внимание! Энергия щита на исходе. Да ладно, я же аккумулятор у него подобрал. Вы че? Вы че меня пугаете? Икс. Внимание! Энергия щита на исходе. Эх, поторопился малеську. Научился ездить и думаешь, все дозволено. Что же ты так назойлив? Икс. Отлично. Эх. Последнюю не урвал. Увеличение энергии щита. Что же ты так назойлив? Смена кончится, и я домой в гараж. Зашибись. К этому никак не привыкнуть. Блин, вот эта жопа, конечно, была полная. Я столько времени драгоценного потерял. Внимание, энергия щита на исходе. Я в курсе. Все, хана, не пройду. Увеличение энергии щита. Даже если я соберу эти, мне кажется, мне уже не хватит батареек. Но... Все, хана. Спецагент Молния Маккуин к вашим услугам. Чуть-чуть а не хватило. Ну, опять серебро. Блин, я только один раз прошел этот режим на золото. Ё-моё. Печалька. Ну как же так? Ох-ох-ох. Ну ладно, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.